Здравствуйте! В данном видео мы рассмотрим очень мощную электроцепную пилу Baumeister CC9926BX. Она предназначена для прямолинейных распилок древесины любых пород. В этом ей помогает мощный двигатель 2600 Вт, который раскручивает пильную цепь до 840 метров в минуту. С ней комфортно работать благодаря прорезиненной рукояти, а дополнительная ручка замкнутого типа позволит вам с легкостью производить продольные и поперечные распилы. Благодаря легкому доступу к щеткам вы сможете заменять их даже дома. Сам тот факт, что эта цепная пила подключается к сети, дает вам возможность использовать ее даже в помещениях. Также производитель позаботился о безопасности оператора. Разберем это поподробнее. В данной пиле имеется кнопка блокировки пуска. Также имеется щиток для защиты рук оператора, он же является принудительным тормозом цепи. А главное, что в этой пиле имеется мгновенный тормоз цепи. Эта пила также имеет функцию автоматической смазки цепи. И все это при весе в 5,5 кг. Электрическая цепная пила Baumeister CC9926BX. Мощный инструмент для пильных работ на вашем дачном участке. Более подробную информацию о товаре вы найдете у нас на сайте в описании. А также сможете приобрести все расходные и сопутствующие товары в соответствующем разделе. Если это видео было вам интересно, ставим пальцы вверх и не забываем подписываться на наш канал на YouTube.